Good Times Entertainment, может, и наживается на более популярных фильмах, но они не переснимают их напрямую. Их анимация, по крайней мере... Так что я решил зарыться еще глубже в выгребную яму и вытащить оттуда нечто невероятным образом гораздо худшее. Это Лев и Король. Это один из немногих фильмов, в реальность которых невозможно поверить даже после того, как увидел. И как вы поняли, оно и вправду существует, судя по всему. Если вы ломаете голову, почему обозреваемый мною фильм находится на диске для PlayStation, что ж, то я вам отвечу. Я в душе не ебу. Ну ладно, я типа знаю, как это случилось. Я просто не знаю, почему хоть кому-то в голову пришло, что обычный диск для PlayStation, то есть CD, это хороший способ проигрывать фильмы. Хотя, учитывая уровень качества этого фильма во всех отношениях, то это вполне сносная идея. Это недоразумение было выпущено компанией Midas Interactive на PlayStation в уцененной категории, что в принципе показывает, чем она является издателем бюджетных тайтлов. И да, является, а не являлась. Они продолжают выпускать дешевые проекты и по сей день, видимо. По крайней мере, их сайт до сих пор функционирует, и последний раз обновлялся в году так, в 2013-м. И они выпускали проекты на Wii и DS, и даже издавали Dynasty Warriors 2. Midas Interactive зародилась в Нидерландах, и одной из ее целей был выпуск собственных проектов. Чем, я полагаю, этот фильм вроде как и является? А вот и нет. Это игра. Для чего эти козлы отпущения были привлечены? Так ради этих дерьмовых, слегка интерактивных дополнений. Даже эти звуковые эффекты чуточку превосходят весь фильм. Что ж, вы получаете раскраску, которая... Тормозная, шо пиздец, и вы не можете просто ускорить ее в настройках скорости мыши. Ну, разумеется, это было бы очевидно. Раскраска ощущается плоской, какой бы цвет вы ни выбрали, чего я от нее и ожидал. Бонусом раскраска лишает вас возможности вернуться назад, несмотря на то, что книга говорит вам обратное. И вам приходится перезагружаться, чтобы избавиться от этих дебильных раскрасок. Еще там есть что-то, что хотя бы с натяжкой можно назвать игрой. Пазлы. Фух, а я уж забеспокоился, что будет весело. Большинство из них выглядит так, будто они сами не могли решить, будет ли это раскраска или пазл, вследствие чего оставили льва неокрашенным. Я уверен, что именно так оно и есть. Не будут же они воровать чужие идеи. Разумеется, то, что на самом деле здесь происходит, совершенно потрясающе. Все эти низкокачественные скриншоты, которые они использовали для раскрасок и пазлов, на самом деле были взяты из мультфильма «Кимбо. Белый лев». «Кимбо» был тем фильмом, из которого, как многие считают, брал идеи «Король лев». Из-за того, что несколько схожих решений было показано в ранних концептах от Disney с изображением белого льва. Даже считается, что «Король лев» изначально был прямиком «Кимбо. Белый лев». Но когда Дисней не заполучил авторские права, они просто передрали большинство идей. В общем, верите ли вы в то, что «Король лев» украл идею или нет, мы точно знаем, что «Лев и Король» это сделал. И уж точно у него нет лицензии на «Кимбо», чтобы использовать скриншоты и притворяться, будто «Лев и Король» выглядят именно так. Это всегда хороший знак, особенно когда тебе приходится воровать материалы почти 40-летней давности. Потому что твой продукт так хорош. И чтобы добавить еще больше несуразицы в эту херню, есть версии даже для PlayStation 2 и даже на Wii U и DS выпускались некоторые из этих фильмов в компании Phoenix. И я понятия не имею, есть ли у них какая-либо связь с моим диском, но они также располагаются в Нидерландах.
Но в отличие от Midas, они прикрыли лавочку аж в 2009 году. Итак, PlayStation-версия Льва и Короля, которая называется по-другому, и в самом деле используют кадры из этого тупорылого фильма, а не из Кимбо. Ну что ж, вы действительно хотите увидеть, как выглядит этот мультфильм? Вы уверены? Потому что я не хочу еще раз на это смотреть. Боюсь, я умру до того, как этот обзор закончится. И я не имею в виду, что вернусь обратно к этой затасканной шутке. Лучше оставлю ее для Boldly Flea. Теперь, когда вы имеете пример того, что из себя представляет анимация в этом фильме, давайте вам все-таки расскажу, откуда она такая пришла. Потому что, о да, тут еще полно предыстории. Этот и еще куча подобных дешевых, едва анимированных поделок произвела компания под названием Dingo Pictures. И разумеется, компания с таким названием может располагаться нигде иначе, как в Германии. В основном они передирали большинство картин от Disney. Но и фильмами Дона Блута также не гнушались. Безо всяких вопросов, у них наиболее низкий стандарт качества, который только можно представить в мультфильмах. В то время как каким-то образом они оказывались выпущенными в массы на PlayStation. По-моему, единственная страна, имевшая несчастье заполучить эти фильмы на DVD, так это Германия. Хорошо. Сделаем это. В джунглях стояла тишина. Старый лев стал королем вновь, и плохую пантеру прогнали. Всем спасибо за внимание, обзор закончен. Ты помнишь, что пантера захватил власть в джунглях? Нет, я не помню ни хрена из того, что вы говорите. И зверьё научили маленького раввина хитрости. Значит, научили маленького рабина хитрости. Молодцы. Ладно, картонная игра актеров озвучки — это одно, но испорченная и невырезанная реплика — это совсем другое. И они умудрились сделать это дважды, в первые же 30 секунд. И зверьё научили маленького рабина хитрости, чтоб он лалку-пантиру мог обмануть и выгнать. Так, погодьте, так животные научили Робина, Робина хитрости, чтобы он обманул? Вот мразота, чё ты так радуешься этому, тупой ты, сука, пида... Короче, пантеру наебали, живите с этим. Зверьё забыли про пантеру, и жизнь шля как обычно. Обычно... В то время как Король Лев делал эпическое начало со всей этой херней про круговорот жизни, Лев и Король знают, что он выше этих дешевых приемов и позволяет истории говорить самой за себя. Вот почему у них есть запоминающиеся грызуны, объясняющие, что было ранее. И бессвязно бубнящие мудацкие обезьяны, которые спорят с гиппопотамом о времени. Сук по ЗДЦ, как же я спать хочу. Заткнитесь нах, пока черепарами вскрыл. Сейчас, самое время ланчи, лалка, да? На дворе 2 часа дня, лох. Я не долбоёб, сейчас 8 часов. На помощь! На помощь! Только глянь на это! Мой сын гоняет животных! Никак не пойму, я злой, скучный или... Просто задыхаюсь. Ты должен следить за ним, чтобы он не сотворил какую-нибудь глупость. Приведи его ко мне. Очевидно, раз уж он охотится на крокодила, то ты его без проблем остановишь. Птица! Эй, слышь, на! Прекращай, а не того! Ну нихера ж себе!
объять. Это будет непросто, я ведь не большая птица. Ладно, иду нах. Ну, ребят, что же вас впечатляет больше всего? Анимация, озвучка или наглость плагиата дизайна персонажей? По крайней мере, я впечатлен их способностью перерисовывать персонажей из Короля Льва, хоть они и пытались это скрыть при помощи своего пикселеобразного пережатия в мире. Также я абсолютно уверен, что у местного взрослого Симбы в сыновьях ходит он же сам в юном возрасте, так что неудивительно, что он так... Какую бы он ни пытался изобразить по отношению к нему эмоцию. Может, он немного озаботился бы из-за того, что у его более молодой версии исчез нос, и вместо него выросла жопа? Я просто комедийный гений, не правда ли, Марио? Это я, Марио! Ох уж этот Марио! Это же уморительно, когда ты просто повторяешь реплики без попыток пошутить! Ты издеваешься, я же почти тебя догнал. А вы уверены, что это его сын? Ну ладно, как вы поняли, альтернативное название этого фильма — «Сын Короля Льва». Так что да, просто у них всего два актера озвучки, что еще поделать? Наверное, я не скажу. Если зажать нос, то получается классный голос. В чем дело, папочка? Робин, ты охотишься на животных, а это не поведение будущего короля. И какого хрена тут делает этот медведь, портя мою сцену? Все на охоту за ним! Шучу, я ж не могу двигаться. Я всего лишь играл. Да, просто безобидная игра. А, телепортирующийся аллигатор! Знаешь, друзья. О, ну, наверное, они действительно друзья. Даже если это шутка, это не дело. Но, полагаю, с этим спорить бесполезно. В следующий раз, услышав отвратительную шутку, просто скажите, это не дело. Среди нас предатель. В жопу датель? Без каламбура никак? Даже если это шутка, это не дело. Потрачено! Вы также могли заметить, что рты персонажей зачастую совершенно не подстраиваются под то, что говорят актеры. Это все из-за того, и для вас это будет шоком, они провалились в еще одном аспекте. Как уже упоминалось, эти фильмы сделаны в Германии, так что да, изначально они были на немецком языке, и процесс дубляжа заключался в простом начитывании английских реплик. Если они немного сходились, отлично, а если нет, ну... Не судьба, приятель, даже если реплики не сходятся, это не дело. Поиграем в другую игру, окей? Шутка-то шутка, она мне не нравится. Заканчивайте, поиграйте в другую игру. Окей. Я говорю слова, жаль, что я только не знаю, что они означают. Окей? 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 Нелегко, когда твой отец король. Ну, тебе ли не знать? Не уходите далеко, не забывайте о Черной Пантере, он хочет отомстить, да. Просто мое излишне зловещее предостережение на сегодня, или я пытаюсь стать Мегатроном из битвы зверей. Да. Пошли, Данди. Данди? Крокодил по прозвищу Данди? Это определенно нехорошо. Поиграем с тем мячом. Это был кокос. Такое естественное перемещение! Вот и конец игре. Спасибо, Дандон. А, просто остановитесь! Каждый чертов кадр в этом мультфильме какой-то неправильный! Мне кажется, нужно сделать небольшой перерыв. Я просто не могу продолжать, я скоро вернусь. Чувствую себя гораздо лучше, теперь можем продолжать просмотр, да. Итак, во время споров о банане, нам втирают, что эти дебильные обезьяны работали в алмазных рудниках Черной Пантеры. Да, серьезно, такой здесь сюжет. И затем Пантера забрал алмазы у них. И где сейчас эти алмазы? Жду, не дождусь, чтобы разбогатеть.
Потому что львам нужно бабло за какой-то хер. Смысла в этом нет, но мы это сделаем. Давай спросим у грифов. О, да, звучит разумно. Наверное, я не скажу. Ну да, точно, они же работают на парня, которого вы опанули и выкинули из города. Ну и что, наверное, они вас полюбят. Привет, вы знаете, что случилось с алмазами Черной Пантеры? А что случилось с алмазами? Что случилось? Что случилось? Что случилось? Что случилось? Что случилось? Когда он убегал, алмазов при нем не было. Действительно, он спрятал алмазы в тайном месте тем же вечером. Я сначала удивился, а потом перестал. Тайное место — это круто. Ну, теперь-то я знаю, где это спрятать. В будущем! Да не, шучу, просто кину в мусор. Мы будем искать сокровища. Ты с нами, Данди? Звучит неплохо. Погоди, разве ты не должен быть австралийцем, Данди? Тебе не кажется, что твой акцент должен слегка выделяться от этих ребят? Хотя, чего уж там, актеры дубляжа все равно не знают значения некоторых слов. Окей? Вы что-то потеряли? Нет, мы ничего не теряли, но тем не менее хотим кое-что найти. Мы ищем сокровища Пантеры. Сокровища Пантеры? Сначала вы должны спросить короля перед тем, как что-то искать. Ну, вообще-то это даже ни разу не смешная ситуация. Хотя, кого волнует? Сука, Рабин идет искать сокровища Пантеры. Алмазы, мой бог! Алмазы, мой бог! Бах ты мой! Мой бог! Бах ты мой! Мой бог! Бах ты мой! Уу, так у тебя есть анимация ходьбы! Да, лучше б её не было. Кстати говоря, вы знали, что кактусы растут в джунглях? Прекратить немедленно! Я что, каждый день должен за тобой присматривать? Ты же знаешь, Робин, я не люблю быть ответственным родителем. Заткнись, Бэтмен! Мой бог! Пантера то, пантера сё. Из-за этой чокнутой пантеры мне нельзя ничего делать. Может, она уже давно сдохла. Но пантера не сдохла. О, ну спасибо за информацию, а то я прям на иголках сидел во время этого затемнения. Далеко от границы у него был штаб. Штаб? Кого ты пытаешься наебать? Он сидит себе жопой в песке. Ну раз уж ты так все подаешь, то я больше не хочу продолжать. Хорошо, конец. Ура, звучит неплохо. Ждите второй части. Ну ладно, ребята, а сейчас у меня будет к вам такая просьба. Как вы поняли, я небольшой знаток английского языка. И в работе над некоторыми видео или другими выпусками Фейлоса мне нужна будет помощь человека, который отлично в нем разбирается. И тогда я смогу и дальше продолжать свою работу и радовать вас новыми выпусками или переводами других видео. Если заинтересованы, обращайтесь в ЛС. Я буду ждать вашего ответа. Что ж, с вами был Rush Hall. Коронной фразочки у меня нет, поэтому просто до свидания. Здоров, ребят! Если хотите, можете поддержать меня с помощью Патреона. Опять же, подтверждаю, что это просто идеальная система. Я убил свое благоразумие, посмотрев только льва и короля.